Но сейчас или никогда. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо! Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Открывай ворота, я прикрою! Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебурши по ящикам, найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Ну все, давай наверх. Так-так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни 2 шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Пожаловали. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Готов? Тянем. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Ульман. Как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Пошли. Остальные уже, наверное, на месте. А вот и они.
Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. И что ты хочешь сделать с черными? Найти и уничтожить? Да не смеши. Привет, Артём. Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Давай послушаем Хантера. Сереженька, моего никто не видел. Сережа. Прошлой ночью они снова напали на нас. Мама, а долго нам еще ждать? Все под контролем. Леша, после. Послушай, что говорят люди. Что же делать? Многие хотят валить со станции. Говорит, Леша, я хотела тебя отпускать на это дежурство. Что с Алексеем, не знаете? Пойдем, Артем, пойдем. Леху кто-нибудь видел? Леху Рыжего. Он в ночь вчера дежурил. Оказался. Петр. Мой брат в лазарете. Не знаю, выживет он или нет. А, извините, не узнал. Все под контролем. Врач ничего не говорит. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артем. Они мне ничего не скажут. Нам остается только надеяться. Что делать? Что а надеяться делать? Не на кого. Оставь меня в покое. Третий раз подряд такое. Я даже спать давай, не Артем, сложить. Не задерживай. Мы тут в осаде. Родные рвутся к раненым своим. Как раненые?
Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. И умирают рано или поздно. Не могу. Не могу. Добраться. Добраться. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. Какого черта? Кто это может быть? Это Хантер, все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну-ка, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих... ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Черные. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Это... они идут сверху. Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Хантер. Саныч, мы остаемся в этом зале. Вперед, пошли! Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Артём, хватай пушку. Чёрт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Все нормально. Конечно, этот-то не пропадет. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo Novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих Homo Novus. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу выпотрошили. Черные! Черные напали! Внешний блокпост уничтожен!
Черт, черт, черт! Черт, 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 черт! Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артем. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артем. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Понял?